Так, Апчихба. 42-й год. Значит, посмотрел. Ну так, на Ютубе один чувак, Джексон, пишет постоянно видео про всякие мелкие фишки, там, про разлобы, то еще про что-нибудь. Ну, в общем, решил. И у него там разлом и все разные варианты исхода. И вот я решил начать каталог составлять всех разломов. То есть появится разлом, и чисто на него внимание обращать, загружаться, все варианты посмотреть и записать. Чтобы потом в будущем, когда не встретятся эти разломы, можно было выбрать сразу поведение какое-то, которое, ну, бонус, который нужный даст в данный момент. Орбитальный лихач. Попытки просканировать высокоскоростной объект на орбите вокруг объекта ВО-399 не увенчались успехом. Он быстро скрывается за горизонтом, а БЧУ-4 со всеми своими приборами просто не успевает за ним. Хотя ВО-399 обладает сильным гравитационным притяжением, это никак не объясняет чрезвычайный кинетический момент объекта. Либо сам объект обладает какими-то необычными свойствами, либо здесь имеется гравитационный феномен. Похоже, скорость объекта постепенно возрастает, и ведущий ученый Третий Уч подозревает, что скоро его выкинет с орбиты, даже без постороннего вмешательства. Помню это задание. Я всегда отправлял дрона замедлить его. Мусор выбросить, ну, наверное, ничего интересного не будет. Оставить опыт, получать тоже неинтересно. Замедляем. Лихач остановлен. Дрону удалось остановить неизвестный объект на орбите, закрепившись на нем и постепенно уменьшая его скорость. Дрон, в конце концов, направил его к месту, откуда его подобрал корабль АБЧУ-4. Объект выглядит как ящик из инопланетного материала и покрыт похожими на вены выступами, переходящими наверху в некий сферический механизм. Можно только догадываться о содержимом ящика. Так, открыть проект, изучить. Ну, открыть странно, наверное, может что-то произойдет, может изучить. Давай изучать. Ну. Так, тут какая-то связь, орден кураторов. Мы кураторы. А что они хотят? Ну, мы добыча, можем сказать только и все. Так, влияние, еще кто-то. Признаки варварства. А это, наверное, эти. Как они называются? Мародеры. Так, в журнале, наверное, исследование этого ящика. Исследуем. О! Уклонение от вражеской флотилии. Строительный корабль АБЧ-5 сталкивается с враждебной флотилией. Ну, понятно. И пытается уйти от нее. АБЧ-1 тоже там был. Значит, техники корабля АБЧ-5 рады сообщить, что таинственный боевой корабль, найденный на планете Иедикса. Вот тоже бы запоминать все это или записывать куда-то. Успешно извлечен из враждебной окружающей среды, подвергнувшиеся коррозии компоненты отремонтированы и, если нужно, заменены. Это касается в том числе разрядившегося энергоядра. Как только энергоснабжение огромного боевого корабля было восстановлено и он вернулся в рабочее состояние, быстро стало очевидно, что эта машина обладает значительным уровнем искусственного интеллекта. Мы можем с ней общаться. Вывести на экран. Ух ты. Так, подожди, а что у нас? Пауза снялась, зараза. Загрузка систем. Активация биоинтерактивного интерфейса. Внимание, диагностика не проводилась
1 761 125 дней провести сейчас. Так, давай проведи диагностику. Пожалуйста, ожидайте. Диагностика завершена. Обозначение: рожденная в пустоте боевая форма S875.1. Плазмомет работает. Дезинтегратор материи работает. Кинетический дезинтегратор работает. Матрицы прицеливания работают. Модуль соблюдения указаний работает. Биоинтерактивный модуль. Неоптимальное функционирование. Состояние оборудования: вышли из строя модули памяти S7PO C18. Понятно. Где твои создатели? Поиск неизвестно. Почему ты оказался на планете 1? Модуль памяти А7 вышел из строя. Ответ на запрос невозможен. Кто тебя создал? Создатели. Да, твои создатели. Кем они были? Создатели. Неважно. Он, должно быть, зациклился. Запрос: вы создатели. Так. Давай прогоним ему туфту, что вот так. О! Нормально, завербовали, короче, пацана. Так, что это получается? Модуль был отделен от командных модулей. Модуль не смог избежать опасной среды планеты. Резервные генераторы модуля вышли из строя. Модуль столкнулся с постепенным молекулярным растворением из-за воздействия агрессивных поверхностных растворителей. Однако модуль функционирует. Новые существа выполнили ремонт. Модуль будет служить новым существам. Как тебе удалось так долго продержаться в тех условиях? А если заменить ИИ? Поглощающий рой не может. Как тебе удалось? Оперативный отчет. Система авторемонта этого модуля заменяла компоненты по мере их разрушения от коррозии. Расчетное время до истощения ресурсов 12 дней. Гештальт. Адмирал. Бессмертен. Восстановление брони, закалка. Хороший был бы этот. Субсветовая скорость. Урон от корабельных орудий. Так, если заменить ИИ. Неверная команда. Встроенные протоколы безопасности запрещают внесение изменений в системное обеспечение S800. Любые попытки изменить системы оперативного интеллекта приведут к невозможности возврата в рабочее состояние. Прошу вас, воздержитесь. Как нам обойти механизм защиты? Недостаточно полномочий, этот модуль не может ответить. Пожалуйста, остановитесь. Замените ИИ. Восстановленный боевой корабль. Ошибка. Просьба немедленно остановиться. Модуль S875-1 будет необратимо отключен. Воздержитесь, прошу вас. Просьба незамедлительно остановиться. Модуль не желает прекращения функций. Модуль не желает. Боевой корабль уничтожен. Похоже, что ИИ восстановленного боевого корабля не напрасно нас предупреждал. Когда экипаж корабля АБЧ-строй-5 попытался получить доступ к базовым оперативным функциям, ИИ запустился, по-видимому, встроенный механизм защиты от постороннего вмешательства, уничтоживший все основные процессоры, распределительные устройства и накопитель данных. Теперь это не более чем пустая оболочка с неработающей электроникой. Так, разобрать на части — это сплавы и немножко исследования. Давай исследовать. Так, у нас пищи что-то много.
Так, влияние также дофига. Так, что у нас корабли тут строят? Этот все строит. У этого куча тоже строить. Так, ну вот этому тогда можно форпосты построить вот так. Так, этот чё? Попытка уйти от врагов? Так, давай изучай. Тоже попытка от врагов уйти, да? Так, ну тогда и строй тут. Так, остальные чё? Тогда строй сразу станцию и здесь добычу. Тропические миры, большие причем. Так, терраформируется. Так, нет приказов, нет приказов. Изучаем и... Изучаем, давай сюда. Ну, тут синее что-то есть. Это кто? Королевство Йондарим. Изуверы какие-то. Это кто вообще? Не угасшая, нет? Нет, вроде не угасшая. Так. 34 тысячи. Давай-ка быстренько добей вот этого. Так, что с исследованием? Сейчас посмотрим. Содержимое инопланетного ящика. Наконец-то наши ученые Трутни смогли заглянуть в инопланетный ящик, не повредив его. При помощи передового сонара они определили его содержимое. Оно оказалось непонятным или, по крайней мере, неожиданным. В ящике находятся три маленькие емкости. Вот это интересно, на этом бы сохраниться. Ящик. Давай, сохраним. Так, а если я загружусь, интересно, будет ли у меня этот ящик? Ну ладно. Наконец-то наши ученые Трутни смогли заглянуть. Ящик, не повредив его. Так, оно оказалось непонятным или, по крайней мере, неожиданным. В ящике находятся три маленькие емкости, и каждая заполнена неизвестной жидкостью. Открытие ящика не представляет опасности, но остается только понять, как это сделать. Давай откроем. Так, где это? Исследуем. Интересно, что будет, если облучим? Рабочие условия. Возникла неожиданная проблема. В главном помещении цеха на планете Апчхи-7 континентальный скапливаются ядовитые газы. Хотя они и не смертельны сами по себе, их продолжительное воздействие может оказаться опасным для сотрудников на рабочих местах. Нам следует принять ряд безопасных
мер безопасности, если мы хотим использовать это место. Так, менять дронов. Мне интересно, что там с ящиком. Во, вот это интересно, раствор. Special project complete. Изменить портрет. Короче, понятно, какое-то преображение будет. Давай, короче, красный. Что получилось? Модификация. Раствор для изменения генома был успешно введен представителем расы Апчихба. Судя по предварительным наблюдениям за первыми подопытными, раствор улучшает их социальные навыки. Что это такое? И где это, что посмотреть? Демография. Подожди. Так, одаренные социологи. Использование жилья минус 5. Ну так себе. Давай загрузим. Загрузить. Где там? Давай ящик. Прям интересно. Другие потыкаем. Так, открыть его. Так, журнал. Исследуем. Меняем дронов. Так, красный, зеленый. А что если красный тыкнуть, и то же самое будет или нет? Ну-ка давай тыкнем. Успешно введен социальный феромон. Понятно, то же самое. Загрузить ящик. Хорошо, тогда другие потыкаем. Открыть. Исследовать. System survey complete. Надо еще попробовать облучить его. Так, давай зеленый. Раствор для изменения генома был успешно введен. За первыми подопытными раствор повышает их способность адаптации к окружающей среде. Биоадаптируемость. Ну, по сути, нам это не надо, потому что... И 5% еще. По сути, не надо, потому что у нас мир и улья есть. Давай загрузим. Попробуем облучить. И потом синий будем тыкать. Давай облучим. И что, все? Облучить это просто, наверное, типа избавился от него или как? Ну да. Исчез ящик. Давай загрузим. Открыть. Исследовать.
System survey complete. Anomaly found. Так, синий раствор. Повышает потенциальную продолжительность жизни. Вот, надо синий тыкать. Так, тыкнем. Что там? Ого, урон армии. Продолжительность 10 лет. Это здраво вообще. Круто. Так, кто-то что-то там бездействует. Так, значит. Ну, быстренько, значит, застраивать все. Так, пойдем по планетам. Столица, все нормально. Так, вот столицей управляет. Что у нас тут производство? Химики, переработчики, заботливость. Давай заботливость. Промышленный район. Интересно, а после терраформации вот это все исчезнет? Давай, значит, тут построим. Эти маленькие ресурсы все. Так, и вот этот центр переработки ресурсов. Дальше посмотрим. Так, аномалию. Так, тоже аномалия. Яркий объект. Так, и тут тоже аномалия. Давай изучаем. Надо, в принципе, близлежащий тоже поизучать. Так, контакт. Мефитотские корсары. Это понятно, это мародеры. Так, что у нас по мегасооружениям нашим? Ага. Улучшаем. Мусорное поле. Арелия-1 обладает мощным гравитационным колодцем, который затянул в себя большое количество космического мусора. Эти обломки сформировали своего рода облако вокруг газового гиганта.
По большей части речь идет об обломках кораблей, пострадавших в ходе космических боев много тысяч лет назад. Все ценные технологии и артефакты уже были захвачены мародерами, однако если установить здесь добывающую станцию, мы сможем собирать металл. Так, изучаем. Грандиознейшее шоу в мультивселенной. Яркий объект, который мы нашли на астероиде, оказался рекламным щитом. Эта огромная конструкция покоится на механической опоре, уходящей в недра астероида. Сам же астероид при этом аномальным образом подвешен в одной точке пространства и не поддается притяжению ни одного из окружающих его небесных тел. Щит рекламирует некое грандиознейшее шоу в мультивселенной. У его основания стоит терминал, принимающий энергокредиты за прямой перенос к аттракциону. Давай разберем. О! Механизмы внутри астероида оказались куда сложнее, чем мы предполагали. В результате разборки мы получили самые разные редкие материалы, в том числе звездные нити, в неожиданно большом количестве. Полый астероид, по-видимому, должен был каким-то образом манипулировать пространством и временем. Мы найдем им применение. Ух ты! Излучение грибов. Глубоко под поверхностью Луны и на Марс или Инсмарс 5А обитает удивительный организм. Образцы и результаты сканирования показывают, что это мицелий, однако размер его спор на фоне привычных грибов нашей родной планеты поистине огромен. Поверхность спор подобна мерцающему калейдоскопу, их цвет постоянно меняется в зависимости от окружения. Но самое странное, что мицелий как будто образует единую сеть, способную излучать некие сигналы, во всяком случае, как считают ученые. В данный момент излучение очень слабое, но если постараться, мы можем выяснить, куда ведет этот сигнал. Ну, грибной след, конечно. Так, тут у нас аномалии. Давай-ка поизучаем. Изучаем. Так, застраиваем все это дело. Так, четвертая планета. Пятая планета. Тут застраивается все. Так, это у нас... Тут бой идет. Смотрим. Хлопнули всех. Так, теперь вот этих товарищей хлопнем. Копай, других не отвлекай. Глубоко внутри трещины на гигантском астероиде G00000
Вы обнаружили нечто поразительное. Среди скал работает добывающая машина, которая, копая, погружается все дальше вглубь астероида. Машина давно покинута, и нет никаких знаков, указывающих, кто же ее здесь установил. Если мы отключим машину, то сможем узнать что-нибудь о технологиях, использованных для ее создания. Однако нам нужно поторопиться, пока какой-нибудь случайный обвал ее не раздавил. Давай отключим. Так, Апчхи 5 управляет. Что там в пятой у нас? Добывающий мир. Так, гармония. Минералы, конечно, да. Так, а кто это может сделать? Строительный корабль. Да, строительный. Так, давай быстренько сюда. Что он там делает? Перерабатывающий центр. Литейный цех на планете Апчхи 7 континентальный оснащен специальной камерой для переработки отходов производства, которая повышает эффективность технологического процесса. Быть может, нам стоит ее оглядеть, а отладить? Так, введите в эксплуатацию. Перепрофилировать камеру переработки отходов в центр для обогащения минералов. Это увеличит наши производственные мощности. Перерабатывающий. Ну, давай центр. Так, что там? Что-то я не понимаю. Блять, бред какой-то. Почему, когда надо, он не отменяет свой приказ? Ну ладно. Просто строим еще. 5 есть, что 6 будет. Так, аномалия. И тут еще аномалия. Новый металл. Живой металл. Это ресурс появился. Так, давай-ка, проект. Heretic Station engaged. Океан подо льдом. Глубокое сканирование Луны бой босс 6А показало, что под водой, под сковывающей поверхность ледяной мантии расположен океан. Подогреваемые гидротермальными шахтами. Ведущий ученый Первый Луч направил с борта корабля АБЧ-Луч-1 аппараты для взятия проб. Прорубившись через слой льда толщиной в несколько километров, они обнаружили, что водные глубины заполняют нечто похожее на живые организмы. Для изучения населяющих этот океан уникальных форм жизни создан особый проект. Глубоководная экспедиция. Так.
Так, на аномалию пошел, да? Давай тогда сначала проект. Потом уже аномалию. Так, наш командир. Давай, артиллерист. Уровень кризиса 3. Масштаб влияния силы тяготения просто ошеломляет. Мы нашли новые способы ее применения, однако почти не приблизились к пониманию потенциальных последствий наших изысканий. Пока все уверены, что гравитация – лучший помощник, который выведет нас за рамки окружающей действительности. Яркий пример – черные дыры и их воздействие на пространство-время. Мы выдвинули гипотезу, что, добравшись до обратной стороны реальности, мы сможем изменять ее устройство на этой стороне. Погружаться в такие исследования очень опасно, однако осторожность – лишь помеха для прогресса. Доступны новые варианты исследования. Управитель. Так, что я могу взять? Влияние не надо. Скорость интересно. Вот скорость кораблей. Давай возьмем. Загадочные создатели. Глупые обчихбы. Отсутствие уважения к старшим погубит вас. Падите перед нами ниц и молите о прощении. И, возможно, мы не станем уничтожать ваше никчемное маленькое государство. А что они хотят? А. Унижение. Так, а какие системы? Вот эти? Да, вот они. А что они хотят, чтобы системы... Системы ушли или что? Так, что у нас там получается? Государство, где там модификатор? Унижение, влияние меньше, вес меньше, счастье меньше, темп исследования минус 50, нифига. Это жестко, конечно. Так, пятый ученый, увертливость. Ну, увертливость пусть. Так, где там еще враги есть? Пока нету. Пока верфь. А, там с стратегической координацией центр. Давай, короче, в столицу. Так, а это у нас мародеры. Ух ты.
Добыча. Так, это что, жидкий металл у нас тут? Это зараза. Изучаем. Так, изучил систему. Давай. Аномалию. Раскопки. Обычная планета. Экспедиция, отправленная в лавовый лабиринт, почти не пострадала. Когда они преодолели реки магмы, то в самом центре лабиринта обнаружили внутреннее святилище. В этом помещении, построенном так, чтобы не допускать окружающий жар внутрь, хранились тысячи древних свитков религиозного содержания. Возможно, эти были основополагающие тексты местной системы верований. Эта религия представляла собой синкретический гибрид исконных верований нескольких этнолингвистических групп, которые когда-то населяли этот мир. В одном вопросе они были единодушны. В определенный день появится архивраг, всепожирающая тень, некий космический противник, источающий невероятную злобу. И когда это случится, то лучше бы живым побыстрее умереть, чтобы не отдавать ему свои души. Руководствуясь этими верованиями, обитатели планеты, очевидно, совершили массовое самоубийство. Торжество единомыслия. Единство плюс 5. Отлично. Так, чужие какие-то. Так, теперь кто освободился у нас с раскопок? Вот этот товарищ, да? Так, куда бы их перебросить? Короче, давай в эту сторону изучать. Куда приводят грибы? Отследить сигнал от мицелия оказалось непросто. Наконец, один из наших ученых использовал грибы, чтобы заглянуть в иные измерения, как было указано в отчете. Подробности нам неизвестны, однако ему удалось добиться результата и вычислить нужное направление, проложить курс. Так, раскопки где-то появились. А, это грибы. Понятно. Пересыхание. Знаем такое. Особый проект завершен. Ведущий ученый, первый предоставил отчет об экспедиции в богатейшую биосферу океана под ледяной коркой Луны Бойбос 6А. Несколько видов существ в его глубинах производят уникальную неорганическую молекулу, обладающую мощнейшим лечебным действием. Если ее удастся добывать в больших количествах, это произведет революцию в медицине и, возможно, будет даже использоваться в промышленности. 200 опыта, живой металл. Так, увертливость, наблюдательность. Увертливость качаем. Так, сплавы. О, тут у нас что? Обломки? Давай-ка обломки. О, это кто? Эти строят тут уроды. Приближаются к нам. Поющая планета. Луна испускает сигналы, которые наши разведчики первоначально определили как имеющие искусственное происхождение. Более тщательное изучение показало, что эти сигналы
всего лишь природное явление, обладающее необычными свойствами, необычным свойством усиливать связь наших трутней с коллективным разумом. Похоже, что подвергшиеся воздействию магнитных волн единицы лучше реагируют на волю Улья. Так, блага, отклонение от нормы, мелодия. Ну, это 20 лет всего. Надо быстрее тут все застраивать. Так, я так подозреваю, надо еще корабль строительный делать. Позолоченная клетка. Минеральная конструкция — это, за неимением лучшего термина, помещение. Это полый икосо... Как там? Икосододекаэдр. Сделанный из того же типа минералов, который вовсю используют Апчихба. Резонансное сканирование указывает на то, что конструкция действительно большей частью полая и когда-то была, вероятно, населена. Несмотря на прекрасный вид снаружи, внутри все в полном беспорядке. Возможно, в результате намеренной диверсии. Ведущий ученый Второй Луч докладывает, что из-за этого трудно узнать что-то ценное о внутреннем устройстве конструкции. Но он также подчеркнул, что инженерные технологии, задействованные при создании внешней оболочки, реально способны выдержать воздействие глубокого космоса, должны были быть чрезвычайно продвинутыми. Особый проект завершен. Нам удалось отключить экскаватор, пока он не сломался. К сожалению, его конструкция близка к нашим. Поэтому ничего нового мы не узнаем. К счастью, тот факт, что он так глубоко врезался в скалу, облегчит нам поиски ценных минералов. Так, ты сюда строить. Так, изучаем, что близлежащие, наверное, да? Вдруг что интересное, аномалии там какие-нибудь. Так, похитим. Похитим, конечно. Так, отдыхает. Так, ну эти две точно застроить. Озера из живого металла. При исследовании пещер под поверхностью планеты Иедикса-10 было обнаружено, что они заполнены серебристым жидким металлом, который сверкающими потоками перетекает из одной пещеры в другую, собираясь в подземные озера. Еще более удивительно то, что это металлическое вещество обладает многими основными свойствами органических форм жизни, включая реагирование
на экологические стимулы и наличие самоподдерживающихся процессов. Пока не ясно, можно ли считать этот исключительный металл живым, но он может иметь некоторое практическое применение у нас в технологии машиностроения. Так, в какую сторону тебе? Так, тут империя. Надо вот сюда изучать. Инопланетный военный городок. Так, а что тут у нас по мирам? Континентальный 25. В принципе, можно и тут поизучать. Я считаю. Давай вот здесь. Силуэты, различимые с орбиты, действительно являются зданиями. И более внимательный осмотр говорит об их явно военном назначении. Несмотря на то, что строения стоят покинутыми уже долгое время, хотя в галактических масштабах это совсем немного времени. Ведущий ученый Пятый Луч считает, что из-под пыли, покрывающей разрушающиеся казармы и ограбленные арсеналы, еще можно извлечь секреты инопланетной тактики. Для изучения останков может быть запущен особый проект. Ну, проект надо. Изучаем. Так. Тут надо нам продвигаться. Давай вот сюда. О. А что, это изученная, да, система? Так, нам надо тогда вот это изучать. Вот эту спицу застраивать надо. А пчих бы должна расти. Так, надо позырить в правительстве, какие у нас там есть указы. А у нас их куча. Так, что по добыче? Пылинки 5, газы 8, кристаллы 22. Так, ну единственное, косарь у нас есть, так что можно смело натыкать что-нибудь. Так, это что? Темп исследований. Темп исследования точно надо, берем. Нанитов у нас нету, я так понял. Да, ноль. Кристаллы. Ну, кристаллы надо поставить, раз у нас их 20 есть. Так, и что-то мы можем пылинок воткнуть. Пятерка есть. Броня. Взрывчатка. Урон. А это что? Квадраты. Ну, ничего не будем пока ставить. В экстренных случаях можно что-нибудь поставить. Так, и газ. Газа 8. Прочность щитов. Скорость. О, терраформирование воткнем. Урон армии. Ну, пока не надо. Так, буря нам не нужна. Так, тут тоже ничего не понятно. Ученым. Это мы включаем. Литейным. В принципе, тоже надо включать. Фермерские. Ну, хавчика и так много. Шахтерские. Тоже там прилично. Энергетики. Пока не буду. Разгон дронов.
Давай возьмем. Обслуживающий дрон. Так, ну я не знаю, надо, не надо. Наблюдение. Послы, коды, внедрение. Пока не надо. Так, начальный опыт. Возьмем. Содержание поселения, пища. Вот это можно взять. Будет расти быстрее. Во, вот так. Так, какие-то ребята, контакты изучаем. Так, раскопки. О, это далеко совсем. Космические амебы, надо пойти хлопнуть их. Четыре энергии, нормально. Так, пока 145. Инопланетный военный городок. Ведущий ученый Пятый Уч провел полный ксеноисторический анализ военного объекта на планете Пору-7, который дал ощутимые результаты. База была построена до того, как планета стала полностью бесплодной, но неясно, является ли ее нынешняя негостеприимность следствием вооруженного конфликта или какого-либо более мирного или даже природного процесса. Если делать выводы о стратегии и тактике этих инопланетян в вооруженном конфликте, то, по-видимому, они недалеко ушли от нас. Но ведущий ученый Пятый Уч подчеркнул и положительный момент, большое вдохновение, которое дарят эти инопланетные руины. Так... Сюда изучаем. Смотри, как строится, бля. О! Мегапроектирование. Пока не можем. Так, это мы успеем. Давай быстренько застраиваем все. Ну, в принципе, нам эти планеты, их не нужны. Ну, системы. Но только вот эта вот точно нужна. Тут вон какой здоровый мир. А вообще, я думаю, пускай строит. Строит и строит. Дальше строит. Так, а это мы изучать что? Давай системы быстренько изучать. Пока влияния не есть, надо расширяться. Так, изучил. Потом. Потом будет аномалии смотреть. Изучаем дальше.
Так, шестой ученый. Продолжительность жизни, скорость изучения. Он у нас аналитик, да? Ну, давай на физику что-нибудь. Так, это у нас кто? Хранители знаний. Кто они? Материалисты. Так. Нам надо вверх распространяться. Значит, изучаем, что там миры какие. Ух ты, сколько миров-то. Изучаем дальше. Все силы сейчас на расширение. Попробуем еще раз. А, похитить. Давай еще раз. Базара ноль. Так, пищи дофига. Продадим. Надо что-то построить. Так, что по планетам у нас есть? Давай посмотрим. Тут улучшаем все. Так, если пищи дофига, надо что-то куда-то это все переводить. Что у нас тут? Добывающий мир, да? Все очищено. Так, а чё? А, не хватает газов, да? А если купить? Купим. Так, потом... Так, добывающий мир. Два построим. Так, надо куда-то перерабатывать. Биореактор что делает? Он производит пищу. Подожди. Производительность пищи. Так. Пища, пища, бункеры. Так, академия. Гидропонные фермы пищу тоже производят. Обработка пищи. Мне казалось, биореактор должен энергию делать. А ну вот реактор, он энергию делает из пищи. Так, газы, минералы, пылинки, переработка ресурсов. Так, ладно, пока что. Тут строится. Так, здесь что? Улучшаем. В принципе, тут все застроено, только что деятельность.
Так, пятая. Улучшаем. На сплавы построим. Шестая. Энергетический мир, да? Энергоядро. Так, вот тут что можно построить? Может, бункеров улепить? Жилье есть, блага есть. Давай поставим бункеров. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Пускай все в бункерах будет. Так, шестая, давай седьмую посмотрим. Так, седьмая у меня застраивается промышленными районами. Аграрный мир. Центры обработки. Так, но тут можно поставить пищи и так в избытке пока что. Вот сплаволитейные заводы. Так, потом чё? Ну и заставим тоже ее бункерами. Шесть. Так, восьмая. Застраивается, значит, полностью промышленными. Значит, то же самое. Сплаволитейные заводы. Так, можно будет воткнуть немножко разных редких минералов. Так, пылинки, кристаллы, газы. И, значит, три бункера. Так, это восьмая, теперь девятая. Идеальная обработка пищи, добывающий мир. Так, а что у нас тут? Экзотические газы. Так, обработка пищи. Ну пусть аграрный будет. Потому что тут все-таки сельхозрайоны. Так, ну и что еще тут построить? Что-нибудь для единства? Так, редкие ресурсы построим, пускай делают. И... ну и три бункера тогда. Во, все, застройка пошла. Все, смотрим дальше за кораблями. Больше или меньше? Работа над литейным цехом на планете Апчхи 7 континентальный подходит к концу, но мы можем улучшить оригинальную конструкцию в нескольких местах. Инженеры рассчитали, что мы сможем увеличить производство сплавов, просто увеличив количество минерального сырья. Не знаю. Не будем ничего увеличивать. Пускай так. Пригружать не будем.
Так, это мы, получается, сюда полезли, да? Чужие какие-то. Пойти хлопнуть их, что ли? Так, давай-ка быстренько. Ни хрен тут исследовать. Так, а тебе здесь изучить? Так, застройка. Чё, ну давай застраивать. Так, тоже застраиваем. Так, сюда строим. Торжественное открытие. Работа завершена. Литейный цех на планете Апчхи-7 континентальный приступил к работе. Хотя и не совсем так, как рассчитывали его первоначальные создатели, это величественное зрелище и более чем эффективный способ производить сплавы теперь ничто не мешает нам пожинать плоды нашей изобретательности и целеустремленности. Так, убежище под горой. Добавить действующий цех на планету. Дрон оператора плюс один на каждые 25 поселений. Так, изучил. Давай сюда изучать вокруг них. Чужие пи похитим. Изучаем базу, строим. Чужаки захвачены. Ну, пищи нам не надо. Вскрытие, секреты. Ну, это вода, что ли? Мы всех хавать будем скоро. Строим пост, а другой корабль выполняет. Давай одну добывающую пока построй. Запрос завершен. Получили влияние. Это вода. К чему такая враждебность, Апчхиба? Мы не желаем вам зла. Будем следить за вами. Я тоже не желаю зла, но
Надо же когда-то за Улей сыграть. Потерянный. Так. Так, тихо. Так, изучать, изучать. Ну, изучаем вот эту систему. А подожди, вот это у нас есть. Так, раскопки какие-то где-то. Красивая сфера. Это надо забирать быстрее себе. Так, что это не то? Чужие захваченные. Так, тоже секреты давай. О, это кто? Экранированная планета. Как подтвердило недавнее исследование, планета Кеул-5 окружена невероятно сильным энергетическим полем, которое препятствует любым попыткам ее просканировать. Источник этого поля, похоже, находится на ближайшей луне планеты. Удивительно. Лунная база. Не понял, он что там строит, что ли? Если он там строит, сразу войну ему объявлять этим уродом. Так, а что наш? А что он остановился, да? Это кто? А, это Покров. Это Покров. А, нам Покров не надо. Нам надо... Вот это кто? Спиритуалисты, авторитаризм. Не знаю, но пока рано, наверное, войну объявлять. Так, что выбрать? Скорость изучения давай выберем. А, он изучил. Тогда быстро базу тут строим. Так, и изучаем дальше. Изучаем все. System survey complete. Так, это у нас кто? Третий ученый. Землекоп. Давай, ценитель древностей.
идеальный мир 15. Вот эту систему тоже надо забирать. Так, дальше сюда изучаем. Так, всезнающий. Влияние. Давай скорость сбора. Так, давай дальше изучаем. Океанический мир. Так, встреча, чужие какие-то. System survey complete. О, раскопки попозже. Так, изучил. Ну что, давай вот сюда изучаем. Spaceborne creature encountered. Так, прохлаждаются кораблики. Так, давай здесь станцию пока построим. Так, надо сюда быстренько идти. Так, второй ученый. Что ему взять? Аналитик, да? Берем. Так, а этому чё? Темп исследований. Так, 9%. Возьмем 9%. Так, а что он хотел? О, блядь, они построили, да, тут? Так, а что он стоит? Вот здесь можно форпост строить. Так, это у нас кто? Четвертый. Старатель, наблюдательность. Разведчик, наблюдательность. Давай, наблюдательность.
Так, что исследовалось? Так, сюда. Так, тут у нас что? Тупик уже. Давай с этой стороны. Так, форпост. Так, отлично, влияние. Архитектор. Это у нас маниакальный ассимилятор. Обнаружена враждебная разумная цивилизация класса 3. Обозначение Апчихба. Сука. Обнаружили нас. Так, изучил, говоришь, да? Так, я считаю, надо здесь подходы прикрыть сюда. Изучаем. Сдвинутая по фазе планета. Ух ты. АБЧУ-4 сообщает, что планета Хразтан-3 проявляет невероятные свойства, скрытая странной пеленой, состоящей из псионической энергии. По-другому это описать невозможно. Планета обладает таким количеством состояний квантовой суперпозиции на единицу пространства, которое до сих пор считалось невозможным. Каждые 3 месяца количество состояний достигает критического уровня. Хразтан-3 выполняет полный межпространственный фазовый сдвиг, и ее поля частиц переходят из одного измерения в другое. При этом переходе в нашем измерении появляется окутанный мир, который в конце следующего периода заменяется обратно на идеальный мир. Возможно, у нас получилось бы разработать метод, препятствующий сдвигу планеты, но сначала нужно обеспечить безопасность в системе. Вот эту систему мне надо. Это мега интересно. Кто у нас тут ближайший? Вот он сейчас будет строить. Так, что там дальше? Дальше. Так, пока он строит здесь. Так, ладно, что ему задать? Давай сюда. Смотри, сюда хотят, походу. Что, успеет построить? Давай.
Так, построил. Давай добывающий строим. Блять, смотри, сюда летит. Мой джанстский пережиток какой-то. Ничтожное создание. Кто это? Стагнационный режим. Блять, не дай бог, они там станцию будут строить. Хотят строить, да? Похитить. Похищаем. Блять, строить хотят. Так. Объявить войну. Где наш Рой? Быстро. Ушел с моей системы. Так, строители. Так, давай пока строй. Ты изучаешь дальше сюда. Чё, построить, да? Или мы успеем его уничтожить? Так, а кто у нас? Так, посол быстрый бегун умирает. Нового ставим, чё? Какие проблемы? Так, главное быстро этот корабль уничтожить. О, убегает. Сукин сын. Так, новые контакты. Хорошо, а то вообще. Че, догонит, нет? О, хорош, падла тупая. Все. Че ты говоришь, значит? Раз войну объявили. Поехали. Так, поехали флотилию создавать другую. Управление флотилиями. Давай. Новый корабль расформировать нахрен. Копировать шаблон. 10 тысяч и создаем. Сдвинутая по фазе планета.
Теперь, когда планета Хразтан-3 находится в наших границах, мы должны исследовать возможность стабилизации состояния планеты, подверженной постоянному межпространственному смещению. Если мы хотим заселить этот великолепный идеальный мир, нужно придумать, как предотвратить фазовый сдвиг планеты, которая каждые 3 месяца вновь превращается в окутанный мир. Давайте найдем способ блокировки фазового сдвига. Давайте найдем. Так, журнал. Ученый нужен. Сейчас найдем кого-нибудь. Так, ну вот этот сейчас доисследует. Аэростатные поселения. На низкой орбите вокруг этого газового гиганта была обнаружена разрушенная сеть аэростатных поселений. Ранее они использовались для добычи полезных ископаемых, потом были заброшены, а впоследствии захвачены представителями самых разных рас и космическими пиратами. В поселениях не осталось ничего сколь-нибудь ценного, однако сам факт, что они до сих пор держатся в воздухе, заслуживает изучения. Это может быть любопытно нашим инженерам. Так, исследуем проект. Так, форпост строим. Так, тут что у нас? Форпост можно строить. Тут пока изучают еще. Тут изучает. Этим дуракам тоже, наверное, войну объявить. Так, изучил, да? Давай сюда. Как нет приказов? А что, она не изученная, что ли? Поджито врон. Инженерное дело. Подожди, он изучает. А, это другой. Так, ну вот, который нет приказов. Давай. Добывающие дроны, левиафаны. Изучаем систему. Так, забрали себе станцию. Что там, опустошенный мир? Что, пойти притеснить их там тоже, да? 33 тысячи, а их флотилии не показывают. Их, наверное, и нету. А вот там 1000. Давай поуничтожаем их. Тут сейчас изучит. Так, кто изучил? Угу. Так, тогда сюда изучаем. Так, форпост. И изучать сюда. А вон вода за жидким металлом. Сейчас мы их зажмем. Так, это что у них там?
планета, три поселения. Надо высадить эти флотилии. Так, ну давай пока научную построй, потом добывающую. Так, столица. Армия. Так, че или армия у нас? Так, фрегат, строитель армии. Так, а мы можем сюда армию поставить? Нет? Ладно. Так, какого-нибудь любого нанимаем, короче. Расчетливость. Так, нанять. Давай дальше поуничтожаем. Вывести на экран. Военная хунта. Это какие-то стандартные государства. Изучение облака. Ладно, на этом приостановимся.